Заходите в кабинет. В городской больнице у Ольги Владиславовны просторный кабинет и современный УЗИ-аппарат. Она принимает пациентов по направлениям от участковых терапевтов и стационарных врачей. Что-то беспокоит вас, Тамара Николаевна? Когда-то животик болел или чего? Нет, Тамаре Николаевне повезло. Она попала в руки опытного и внимательного УЗИ-диагноста. Всего за несколько минут врач выявила у пенсионерки патологию брюшной полости. Тут же успокоила пациентку и объяснила, что делать дальше. Хорошее впечатление. Потом еще раз приду проверять свои почки. Все поняла я, все рассказали, все. Спасибо. Ольга Костенецкая родом из Астрахани. Там же закончила Государственный медицинский институт. Работала в Москве терапевтом. Потом долгих 19 лет врачом скорой помощи. 8 лет назад получила квалификацию врача-узиста и отправилась на вахты в Ханты-Мансийск. Работать на севере Ольга Владиславовна мечтала всю жизнь. Суровый климат тундры не пугал, а вот постоянные командировки давались тяжело. Там мобильная поликлиника, все время эти самые командировки. 3 дня там, Сургутнефтегаз, Газпром и прочие, леса и эти вахтовые поселки. Тяжело в нашем возрасте уже так кататься. Я искала что-нибудь поспокойнее. Пригласила Коряжму, я сюда приехала. Общий трудовой стаж Ольги Владиславовны 35 лет. Благодаря многолетней работе в службе скорой помощи она научилась определять состояние пациентов по внешнему виду и даже их артериальное давление. Человек заходит, уже видно, на лице нарисовано наше состояние здоровья. Вот. Мне иногда даже не надо мерить давление. Я ошибаюсь на 5-10 миллиметров. Вот по внешнему виду только садится человек, уже видно даже, только поставила на пульс, уже знаешь уже приблизительно, какое давление. С коллективом Коряжемской больницы новый врач быстро нашла общий язык и настроена активно поработать ближайшие 5-6 лет. А дальше как повернет судьба. Город мне очень нравится. И условия здесь нравятся мне, и нравится мне коллектив. Все мне здесь нравится. Я с удовольствием начала здесь работать.